Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем с вами готовить вкусное мясо по-французски. Для этого нам понадобится свинина. Я взяла корейку, она более нежная. Можно взять шейку, тоже будет нежное мясо. Два помидора, лук, одна штука, сыр 150 грамм. Грибы. У меня вешенки, можно взять любые. Шампиньоны, еще какие-нибудь. То есть все на ваш вкус. Соль. Мясо у меня 800 грамм. Соль я взяла 1/2 столовой ложки. И майонез 3 столовые ложки. Ну что, приступим. Для начала мы порежем с вами грибы и лук. И отправим это все обжариваться. Грибы я мелко не буду резать. Так, нарезали грибы, отправляем их на сковородку обжариваться. Пока обжариваются грибы, мы нарежем лук. И также отправляем к нашим грибам. Пока обжариваются грибы, мы с вами подготовим мясо. Нарезаем мясо примерно по толщине где-то 1 сантиметр. Так, нарезали мясо. Теперь нам понадобится отбивалка для мяса и либо пленка пищевая, либо пакет, чтобы пока мы будем отбивать наше мясо, оно не разлетелось по всей кухне. Накрываем мясо пакетом и начинаем отбивать наше мясо. Отбиваем мясо мы для того, чтобы оно было у нас более нежное. Теперь переворачиваем и с другой стороны тоже отбиваем. Итак, каждый кусочек. Наше мясо мы отбили. Теперь это мясо мы режем на кусочки. Нарезали наше мясо. Не забываем помешивать наши грибы с луком. Далее мы нарезаем помидоры. Нарезать будем полудольками. Так как мясо у нас будет выпекаться примерно час, то помидоры режем не очень тонко, вот такими дольками. Шампиньоны с луком у нас приготовились. Теперь мы берем форму. Для выпекания у меня будет вот такая форма. Диаметром она 26 сантиметров. Наливаем немножко растительного масла. Совсем чуть-чуть, чтобы просто смазать. Угу, размазали. Теперь выкладываем первым слоем наше мясо. Далее выкладываем грибы с луком. Выкладываем помидоры. Теперь мы все это солим. Также можно добавить каких-либо специй для мяса. Аджика, если есть сухая. Тоже все это посыпаем. Теперь мы отправляем наше мясо тушиться в духовку, разогретую до 180 градусов, на полчаса. Через полчаса мы будем туда добавлять майонез и сыр. Полчаса прошло, аромат уже на весь дом. Теперь мы добавляем сюда майонез и сыр. Так, майонез выкладываем и смазываем наши помидоры. Теперь сверху засыпаем все сыром. И отправляем в духовку еще на 30 минут. Прошло еще полчаса. Наш сыр покрылся румяной корочкой. Наше мясо готово. К мясу к этому я сделала гарнир, картошку. Картошку я просто отварила со сливочным маслом, чтобы не перебивала вкус нашего мяса.